Итак, всем привет, с вами Саня Средитфул, и это мои новые предновогодние новости. В этих новостях я буду говорить ваши, то есть пожелания на Новый год. Первым моим пожеланием будет то, что я хочу, чтобы все вы провели Новый год очень замечательно, то есть в компании друзей, подруг, там, не знаю, даже дома. Просто запомнился этот Новый год как самый лучший, чтобы никто не думал о всяком конце света, которого точно не будет, это просто глупые какие-то бредни. В общем, просто веселитесь, не знаю, там, ну, Новый год для этого и есть, чтобы веселиться. Видео в этот момент не будет, но в любом случае, я желаю вам хорошо провести Новый год, желаю вам счастья, чтобы у вас все получилось в следующем году. Оставьте этот год в прошлом, какие-нибудь невзгоды у вас были, забудьте их, в следующем году все должно быть замечательно. Прошу еще, то есть еще говорю то, что вы должны отдать все долги, все, которые вы были должны, чтобы не остаться должен на следующий год, это очень плохая примета. И вообще, я хотел сказать, то, чтобы вы просто веселились и радовались этому Новому году. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам счастья в дальнейшей жизни и вообще во всем. С вами был Саня 69 Фул. Всем до встречи и пока.